Нас уже почти миллион, ребята, а миллион – это страшная сила. Мы заставим нами считаться Кофи Аннана. Или кто там у них сейчас в этом управлении? Короче, ребята, очередная новинка от партнеров из компании «Шкода». Очередное название на букву «К». Камик. Камик. Армянское имя. Камик. Но это я никого не хочу обидеть, ребята. Это просто звуковые аналогии. Конечно, такого имени не существует. Мы с вами были не так давно на супер-премьере «Ти-кросс», который не приедет, как оказывается, в Россию. А это его, соответственно, переработка. Уверен? А может, «Ти-рок»? А я уверен. Главное, уверенно лажать. Понимаешь, двоечники у доски, стойте уверенно, не ссать. Короче говоря, какая разница тебе? Разница большая. «Ти-рок» и «Ти-кросс». Да, это две разные. Первая буква одинаковая. «Т». Да, да, хорошо. Значит, итак. Важно. Итак, микрокроссовер от компании «Шкода». Люди в «Шкоде» все еще помнят дизайн «Йети». Хочется компании «Шкода» разделять и властвовать, да? То есть вот оптику они решили разделить. В отличие от корейцев, все-таки есть некоторый наклон этого стекла, и, может быть, грязь будет стекать на бок. Возможно, будет стекать. Давайте, кстати, внутрь сразу залезем. Да, как давно я не был в «Шкоде». Они вообще продаются в России? Да, конечно. Кодиак продаются. Погоди, Кодиак, ладно. А вот Фабия нету. Октавия? Не, ну остались только большие. Остались долгожители, да? Вот, давайте запремся, чтобы ни одна сволочь сюда не залезла. Так, ну рассказывайте. Ну давайте, цифровой дисплей. Ой, полностью да. Цифровой дисплей. Такой, знаете ли, я бы сказал, вот можно было бы, если бы я был невоспитанным, сказать, что он такой несколько отдает. Ага, стучится сзади, черт. А дверь-то закрыта. Все закрыто, блин. Так вот, можно было сказать, что он такой примитивный, да? Ну, минималистичный. А с другой стороны, вот так вот на него смотришь и думаешь, френдли, такой дружественный, ну, да? Сбоку, наверное, еще всякие рисочки. Рисочки всякие, да. Ну, это у нас, соответственно, навигационная мультимедийная система. Несколько простовато ввиду отсутствия большого количества кнопок, но, тем не менее, наличие некоторых из них. Выглядит менюшечка, так сказать, климат-контроля, но видно, что однозонный. Хотя я до сих пор не могу встретить ни одного человека. Да пошли вы. Все закрыто, все. Так вот, ни одного человека, который пользовался бы двухзонным климат-контролем. Тем более, что разница между потоками воздуха, по-моему, там 1.5 градуса максимум составляет. Че надо? Закрыто, блин! Вот уроды, стучаться, понимаешь, вот стучаться в закрытую дверь. Че надо, говорю? Это итальянцы. Какие итальянцы? Но парла итальяна! Вот, значит, смотрите сюда. Немного дешеват вот этот пластик. Он, видите, он и не глянец, и не матовый. Отражение вот этих фонарей идет очень мощное, так сказать. Ну, понятно, люди удешевляют как могут, вот, но иногда можно удешевить лучше, чем просто удешевить. Вот, в остальном, ну что можно сказать, ребята, фирменные, так сказать, зеркала шкодовские, вот с таким вот разрезом, таким кошачьим глаза, да. Ну, я думаю, как что... Как вы сидите-то? Что значит, как сижу? В смысле, как совесть позволяет? Нет, ну нормально сидите. Уступить пенсионеру место? Нет, просто я смотрю так, а сзади-то есть место, так по большому счету. Смотрите, у нас панорамная крыша. Угу. Это утяжеляет автомобиль и делает центр тяжести более высоким. Смотрите, и место есть над вашей шевелюрой пышной. Да, она, кстати, станет сейчас еще пышнее, когда все последние коренья подсохнут. Вот, а в целом, не, ну прикольно, ну, конечно, это не Ти-кросс, это Ти-рок. Вот он, этот итальянец. Он постоянно открывал, пытался достучаться до нас. Я вот смотрел итальянский сериал про мафию. Там таких на раз-два чпокают из 45-го калибра. Там такие обычно наркотики не доносят. Это не этот, как его? Не Микеле Плачино. Итальяно! Итальяно! Парла! Спаньол! А что ты херило говорил, что это итальянец? Я думал итальянец. Это испано. Спаниш! Каси, итальянец. Барселона, он реал. Барселона. Барселона. Not Spain, yes? Not. Франко. Франко это. Короче, подписывайтесь. Вот, name YouTube channel. Yes, Holy Cars. Yes. Короче, парни, подписывайтесь. Вот. Holy Cars TV. Yes. Holy Cars в переводе. Зачем автомобиль? Okay, what do you think about this car? I like it. Why? I don't know tubes, but this is very cool. А он что, не это, не патриот, спросил. I prefer the Mazda MX-5. Maybe you like Seat more. Seat.
Yeah, it's the same, corporation. Yeah, yeah. Yes, you know. Yeah, I tell you, can you talk a little bit masculine? You are man or? Are you man or gay? Who are you? Окей, okay, thank you, guys. Thank you. You're welcome. Thank you. Okay, вот операторы. Все, операторы, все кудрявый. Hair, yes. Black hair, yes. Черный волос. Хорошо. Черная смерть. Короче говоря, ну вот так вы... Ну, кстати, он выглядит еще более прикольно, чем Тирок, правильно? Да. Тирок прикольный автомобиль, но, по крайней короче, мере... надо разобраться только, это Тирок или Тикросс? Не твое собачье дело, как говорится, да? Вот такая машина. Ребята, вы сами там очередная машина на букву К от компании «Шкода», которой не будет в России. Может, и будет.